Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Сегодня с вами Бухгалтер. И сегодня мы поговорим о таком интересном канале на Ютубе, как Семья Жуковых. Мы узнаем, сколько данный канал зарабатывает за месяц на своем Ютуб-канале, а также узнаем полноценный доход данного канала за все время существования на Ютубе. Итак, на данном канале 18 700 подписчиков. Последний ролик был загружен на канал 21 час назад. Ролик набрал 5800 просмотров. Влог, рецепт, оладушек. Потом, также вот влог, еще один ролик загружен был на канал. Биатлон с Александром, один день назад был загружен ролик. 4500 просмотров ролик набрал. Также вот два дня назад ролик загружен. На канал был 7600 просмотров ролик набрал с праздником. То есть, потом вот три дня назад также ролик вот загружен на канал. Как долетели мои младшие детки. 8500 просмотров ролик набрал. То есть, здесь влоги семейные идут. Хорошо, значит. Давайте посмотрим самые популярные ролики. Сейчас я вам скажу, вот смотрите, значит, автор канала «Семья Жуковых» выкладывают на свой YouTube-канал каждый день ролики, влоги. Итак, давайте посмотрим самые популярные ролики данного канала. Сколько они набрали просмотров и какие ролики стали популярными. Вот смотрите, Алиса, первое купание, Байкал, семья. Вот, 231 тысяча просмотров ролик набрал, год назад был загружен на канал. Потом «Семья Жуковых». Вот. «Готовлю обед», убрались в огороде. 59 тысяч просмотров ролик набрал, 2 года назад был загружен на канал. Потом «Мы беременны, ждем восьмого малыша». Восьмого малыша. 36 тысяч просмотров ролик набрал, год назад был загружен на канал. Вот такие цифры. Празднуем день рождения Саши, один годик. Вот. 35 тысяч просмотров ролик набрал, 2 года назад был загружен на канал. Хорошо, давайте посмотрим сначала старые ролики теперь и узнаем вообще, когда же первый ролик загрузил автор канала «Семья Жуковых» на свой YouTube-канал. «Семья Жуковых в торговом комплексе. Было весело. 2000 просмотров ролик набрал, 3 года назад был загружен первый ролик на канал». Хорошо, давайте, значит, о канале перейдем к статистике. Дата регистрации 18 декабря 2015 года был создан канал. На данном канале уже «Семья Жуковых» 5 миллионов 378 тысяч 395 просмотров. Вот описание. Привет всем. Всем мы Алена и Александр Жуковы. У нас подрастают 8 любимых родных деток. Мы верим в Бога, строим дом. Еще дети увлекаются спортом. Биатлон. Если вам интересно наш канал, то оставайтесь с нами. Мы рады новым друзьям. Вот такое описание. Хорошо. То есть... Давайте, значит, перейдем теперь на другой сайт и разберем уже данный доход данного канала и подробнее статистику. «Семья Жуковых», загрузок 696 видео загружено на канал, подписчиков 18 600, просмотров видео 5 миллионов 352 760. Данный канал зарегистрирован в России, тип канала «Люди». Пользователь создан 18 декабря 2015 года. Также нам и статистика YouTube говорит, что канал был создан 18 декабря 2015 года. Общая оценка канала «Б». Подписчиков за последние 30 дней на данный канал подписалось 3600 человек. На 1100% лучше, чем позапрошлый месяц. Представляете, какие изменения были за последний месяц. Также, смотрите, значит, видео просмотров за последние 30 дней на канале «Семья Жуков» было 603 тысячи. Два просмотра. 603 тысячи. Так, получается на 904% лучше, чем позапрошлый месяц. Расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от 151 доллара до 2400 долларов в месяц. Но на самом деле 2400 долларов YouTube не платит данному каналу. Начальный заработок данного канала составляет от 151 доллара и более. Итак, давайте посчитаем 151 доллар умножим на 63, получим 9513 рублей и больше зарабатывает данный канал на YouTube. Но на самом деле, скажу вам сразу честно, что данный канал «Семья Жуковых» заработал за последний месяц намного куда больше, чем вот эта цифра. Мы к этой цифре позже с вами вернемся. Давайте пока посмотрим подробную статистику данного канала. То есть, узнаем, сколько за сутки набирает вообще подписчиков «Семья Жуковых», а также просмотров на своем YouTube-канале. Итак, сейчас это переведем все на английский язык. Ну вот смотрите, 31.01.2020 года на канал подписалось 600 человек. Также вот 01.02 подписалось 100 человек. Также вот 02.02 подписалось 100 человек. Ну то есть статистика вот почему-то с сайта Social Blade не зафиксировала ежедневные подписки на данного канала.
Но вообще за сутки подписывается по 120 человек. Также по просмотрам. 6 тысяч просмотров за сутки, 10 тысяч просмотров за сутки, 9 тысяч просмотров за сутки, 9 тысяч просмотров за сутки. Вот 15 тысяч просмотров за сутки, 9 тысяч просмотров за сутки, 11 тысяч просмотров за сутки, 9 тысяч просмотров за сутки, 5 тысяч просмотров за сутки. Вот 11 тысяч просмотров за сутки. То есть канал растет. Вообще за сутки набирает по 20 тысяч просмотров. Хорошо. Давайте теперь, значит, вернемся так. И давайте посмотрим теперь вообще статистику, прогноз на будущее данного канала, что ожидает в будущем. Через один год узнаем, а также через 5 лет на данном канале, какие изменения произойдут. Итак, вот смотрите, через полноценных 12 месяцев, то есть через полноценный один год, на данном канале будет 33 633 подписчика. Сейчас в данный момент 18 700 подписчиков, а также 7 998 603 просмотра будет. Сейчас 5 миллионов. Вот. Тут уже даже 8 миллионов, грубо говоря, округлить будет. И через 5 лет на данном канале будет 268 975 подписчиков, а также 19 795 228 просмотров. Вот такие цифры ожидают в будущем данный канал, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Хорошо. Давайте вообще теперь перейдем на другой сайт и посмотрим вообще, сколько канал «Семья Жуковых» заработала за все время существования на Ютубе. Итак, сколько зарабатывает семья Жуковых на Ютубе? На сегодня, 26 февраля 2020 года, канал «Семья Жуковых» заработал 323 060 рублей. Это за все время существования на Ютубе заработал данный канал. Вот такую сумму. Еще раз повторюсь, 323 060 рублей. Вот тут обсуждение на данный канал. Можете оставить, зайти, вот написать. Видите, здесь ничего никто не пишет о данном канале. Вот, ну, что думаете, можете оставить. Какое свое мнение. Вот так. Так, давайте пониже, значит, спустимся. Семья Жуковых зарабатывает на Ютубе 211 рублей в день или 6330 рублей в месяц. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 18.12.2015 года. Вот, может, вот эту цифру они и месяц назад зарабатывали. Но точно не в этом месяце. Вот, смотрите, давайте перейдем, значит, и посчитаем с вами. Так. Так, значит, расчетный ежемесячный доход мы посмотрели и увидели, что статистика вот Social Blade нам, также Ютуба, говорит, что семья Жуковых зарабатывает, начальный заработок с ней составляет от 151 доллара. Мы посчитали и перевели в рубли 151 доллар, это у нас 9513 рублей. Но на самом деле, дорогие мои подписчики, дорогие зрители, расчетный ежемесячный доход данного канала за последний месяц составил больше. Так как видеопросмотров за последние 30 дней на канале «Семья Жуковых» было 603 тысячи. И вот смотрите, нам 151 доллар нужно умножить на 3, и получим мы 453 доллара. Вот такие цифры заработал данный канал за последний месяц на Ютубе. Давайте переведем это в рубли, умножим на 63, получим 28 539 рублей. Заработал данный канал за последний месяц на Ютубе. А также мы... Вывод можем сделать какой, что за все время существования на Ютубе данный канал заработал 323 060 рублей. Вот такие цифры у данного канала, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Я вот пропустил, хочу вот посмотреть, правильно ли я вам сказал в лайве по подписчикам. И не посмотрел. Семья Жуковых. На данный момент у них на канале 700 подписчиков. Вот тут, ребят, статистика обновляется ежесекундно данного сайта. Кому интересно, можете зайти, помониторить, вот посмотреть здесь. Если данный человек подписался, то у вас сразу покажет подписку. Отписался, также покажет отписку. Все происходит в реальное время. Вот на шкала у вас обновляется. И так далее. Ну что еще хочу вам сказать о данном канале. Данный канал растет. Вот. Автор канала «Семья Жуковых» трудятся, занимаются данным каналом. Зарабатывают на этом деньги. Как говорится, каждый труд должен оплачиваться, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Вот видите, как тут вот скачок по подписчикам был 30 дней назад. Вот видите, на 1100% сразу вот. Оп, на 3600 подписчиков подписалось на данный канал. Ладно, какой вывод можем сделать? Мы узнали, значит, что за последний месяц данный канал... заработал 28 539 рублей. В долларах это, еще раз покажу вам, 453 доллара.
А также за все время существования на Ютубе канал «Семья Жуковых» заработал 323 060 рублей. Ну что я вам еще хочу сказать. Всем огромное вам спасибо за просмотр данного видео, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч!